всех собравшихся за внимание к моему творчеству. Уже более 20 лет я веду исследования, в рамках которой родилась научная теория великого переселения народов. Об этом, собственно, я рассказываю в своих книгах. Тема, которую я, географ по образованию и тюрк по духу, отдал эти четверть века, никого не оставляет равнодушным. Она вызывает ожесточенные споры, обретая все новых сторонников, ну и противников, разумеется. Лишь очень условно эту тему можно назвать историей тюрков. На самом деле, проблема, которой посвятил свою жизнь, значительно глубже и шире. Я рассказываю о предшественнице Руси, о Великой Степи, забытой державе Дешти-Кипчак. Наша история началась не с IX века, не с призыва варягов на Русь. У России было великое прошлое, на которое мы просто не знаем, а истоки его на Алтае. Именно там, на Алтае, рождалась наша Родина. Оттуда, с Алтая, началось великое переселение народов, в авангарде которого стояли тюрки и кипчаки. Первыми узнали об их высокой культуре в Индии, в Персии, потом Кавказ и Урал, в Византии и Рим. В IV веке великое переселение народов достигло Европы. Так шло освоение евразийского континента. Годы ушли, пока изучал Древний Алтай. Там, как выясняется сегодня, жила особая порода людей. Там зарождалась наша тюркская культура. Хотелось знать о ней больше, но как, что, чего. Ее тайны, символы и главное отличие от европейских и других известных культур. Хотелось понять главный секрет, как даже из разных антропологических племен удалось создать единый народ, сделать его непобедимым. Еще лет 10, наверное, положил на то, чтобы понять, как и когда древняя культура покорила Евразию. Постепенно рождалась концепция великого переселения народов, в авангарде которого были тюрки. Она, эта концепция, позволяет настаивать мне на своей точке зрения. Подлинная история нашей страны насчитывает 2,5-3 тысячи лет. Это подтверждает находки археологов, древние рукописи, генетика, наконец, и народ, хранящий в памяти о своем далеком прошлом. Да, хранящий по-своему. Это этнос, легенды, песни, пословицы, семейные предания. И если быть откровенным, я все-таки не считаю себя тюркологом. Так мне я остаюсь своим верным сторонником географии. Она позволяет рассматривать причину, смотреть шире, как устроен мир, искать причину и следствие событий. Интерес к моим исследованиям объясняет своей географической точкой зрения на историю. Она непривычна, потому что ее не обучали в школе. Но тем не менее отличается исследовательская работа от учебника. Благодаря географии я стал тем, кем стал, и приобрел много новых друзей. Ну и недругов, конечно. Разумеется, тот, кто называет меня не историком, прав. Я географ-экономист, пишу с позиции своей науки. А историческая география, энциклопедия трактует как область знаний на стыке истории и географии. И поэтому я не устаю предупреждать. Мои книги рассчитаны на подготовленного читателя. С нуля ты их не возьмешь. Но, разумеется, мне очень интересно было бы встретиться, послушать людей, которые читали книги, которые имеют свои мнения какие-то, высказывания. И, к сожалению, за эти 20 лет, что я занимаюсь, у меня не было достаточной аудитории, не было критики, не было, так сказать, сподвижников. Вот. Сегодня как бы открывается заново многое. И вот я думаю, что те вопросы, которые у вас возникли, мне будут интересно на них ответить, пообсуждать. Я думаю, что это наша не последняя встреча. К сожалению, я сегодня не смог присутствовать на ней по причине не от меня независящей. И еще раз спасибо за внимание. Извините. А это подарки читателей, которые, прочитав книги мои, старались удивить меня. Вот, например, фигурка
Гессера в китайском исполнении. Я о нем писал, и вот кому-то, значит, это ему понравилось. Вот интересно то, что Будда, вот жест умиротворения, если мы здесь увидим, вот на этой руке, жест умиротворения, то есть вот, как обращались к Тенгри, как обращались к высшему существу, вот с помощью вот этого обращения, знака. И вот здесь вот читатель, приятно то, что читатель заметил это и сказал, значит, вот об этом мне. Вот это интересно тем, что показывает мудрость наших предков. То есть вот их внешний вид, их как они были одеты. Не все, конечно, кто-то избранный. Зато человек Исык-куль. Исык. Да, Исык. Вот это украинские ребята принесли. Значит, половецкая баба. Это тоже интересно. Потом кто-то, значит, увидел вот этих китайских солдатиков. Терракотовая армия. Вот. И вот так вот постепенно, как говорится, дополняются полки. Наполнялись, значит, подарками людей, которых я не знал, и которые меня не знали, но с которыми познакомили книги. Вот так окружают читательские души. Это очень приятно. Я должен сказать, что это самый приятный подарок, самое приятное признание. Это признание людей, читательское признание. Потому что можно купить любую лицензию, можно купить любой документ, но нельзя купить любовь людей, внимание людей, заботу людей. Это особая категория ценности. И вот мне достаются вот эти вот подарки такие. Ваш Мурат Аджи.